Сентябрь – время ежегодного Дня здоровья Слободского колледжа педагогики и социальных отношений. Яркий спортивный праздник проходит на лыжной базе «Игрушка». Он способствует приобщению студентов к традициям учебного заведения, пропаганде здорового образа жизни, выявлению лучших спортсменов первого курса. Сегодня конкретная тематика – здоровая молодежь, сильная Россия. Это мероприятие является нашим традиционным. На нем присутствуют все учебные группы. В данный момент на площадке 21 группа Слободского педагогического колледжа. В отличие от других предыдущих дней здоровья, то, что сейчас мы готовим учителей физкультуры, поэтому наша программа представлена сейчас 14 видами спорта на площадке. Сейчас идут задания по станциям. Затем у нас будет чемпионат по футболу. Среди юношей девушки в это время будут перетягивать канат. Также предполагается конкурс бутербродов. И завершит нашу программу Дня здоровья этот творческий батл, на котором наши студенты продемонстрируют свою творческую деятельность. Наши студенты любят данный праздник. И это мероприятие, которое ждут всегда и наши студенты, и преподаватели. Лыжные гонки, ходьба на ходулях, гонка крабов, выполнение планки и не только. Конкурсная программа разнообразна. Студенческие команды дружно, весело и эмоционально участвовали в спортивных состязаниях, некоторые из которых являются давно полюбившимися. Я уже не первый год участвую в Дне здоровья. Это очень весело, это очень спортивно. Это создает некую атмосферу праздника посреди рабочей недели. И это очень полезно и весело. К спорту отношусь хорошо, занимаюсь баскетболом, состою в баскетбольной команде в колледже, являюсь капитаном команды. В этом году будут областные соревнования. Собираемся занять призовое место. Надеюсь, у нас все получится. Мы еще не прошли все станции, нам осталось немножко. Мы верим, что наша группа самая лучшая, и мы победим. 20-1. Самый лучший конкурс был снайперы, потому что там мы выиграли. Эмоции. Собранность, уверенность в себе и работа в команде. Студенты обогащаются новыми впечатлениями, лучше познают себя и своих товарищей, переживают радость побед и горечь поражений. В этом году в Дне здоровья приняло участие около 400 человек. Сегодня у нас проходит День здоровья. Этот праздник нам очень нравится. Он проходит как летом, летом больше такие подвижные мероприятия, а зимой, там снег, там можно повеселиться, в снегу покупаться. Очень насыщенно он проходит, интересно. Я стараюсь участвовать везде, потому что, мне нравится весь этот, так скажем, движ. Очень необычно, потому что не в каждых колледжах такие мероприятия присутствуют. Они сплочают, объединяют как-то группу. Сложно, наверное, было стоять в планке, потому что там больше групповая работа. И, лично я знаю, что я могу еще простоять, а вот кто-то упал и такая, а могло еще получше. Самое простое, наверное, для меня было мешочек на голове носить.